Знаете ли вы, что у вас там нет туалетной бумаги? А что такое туалетная бумага? В 20 веке в туалетах использовали мягкую бумагу. Я очень рад, что развеселил вас. Там, где должна лежать бумага, я обнаружил 3 ракушки. Он не знает, что делать с ракушками. Спасибо, урод долбанный. Дерьмо собачье. Козел вонючий. Сукин сын. Придурок. Джон, вы оштрафованы на 5 кредитов за нарушение... И ракушки не нужны. На 2 минуты.